сожалению, следующий закрытый бета-тест Apex Legends Mobile перенесли аж на 21 число, поэтому сегодня с вами, как всегда, ваш любимый Mobile Gamer. И в сегодняшнем видеоролике мы разберем, почему это произошло на самом деле, а также вы узнаете последние новости по разработке мобильного Apex. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее, не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем. Уже в который раз разработчики мобильного Apex, а также сама Electronic Arts разочаровывают меня все больше и больше. Почти каждый бета-тест игры переносится на более дальние сроки, чего же говорить о глобальном релизе мобильного Apex, который был ранее запланирован на 2019 год, а уже на дворе, вы не представляете, сентябрь 2021. Браво, электроники! И даже если учесть тот факт, что недавно Apex Legends Mobile обновлялась в самом Google Play, то это не отменяет того факта, что бета-тест не вышел в срок. А на минуточку, он был официально запланирован на 13 сентября. Даже у вас прямого конкурента, а именно PUBG не стоит, таких проблем нет, так что я надеюсь, разработчики над этим задумаются. Но помимо того, что следующий бета-тест игры задерживаются, у меня для вас есть очень хорошие новости. И она заключается в том, что те мобильные игроки, которые не успели оформить регистрацию на Apex Legends Mobile Google Play, то у вас, к счастью, до сих пор будет возможность попасть на следующий бета-тест игры при условии, если вы живете в таких странах, как Перу, Мексика или Колумбия. Опять же, все подробности, как сменить регион вашего Google Play и попасть на следующий закрытый бета-тест мобильного Апекса, я рассказал именно в данном видеоролике. Подсказочка на него, как всегда, будет в правом верхнем углу экрана. Так что приятного просмотра, и если будут какие-то вопросы, то обязательно задавайте в комментариях по данным видеороликам, и вместе с вами я попытаюсь решить вашу проблему. Но как во мне, самая крутая новость заключается в том, что совсем недавно электроники запустили рекламную кампанию Apex Legends Mobile на YouTube. И это, скорее всего, означает только одно, что глобальный релиз Apex Legends Mobile уже не за горами, и скоро мы наконец-таки сможем поиграть в игру по всему миру. Не удивлюсь, если на данный момент Electronic Arts и разработчики мобильного Apex трудятся в поте лица, чтобы наконец-таки выпустить свой мобильный игровой продукт до конца этого года. Так что будем ждать и надеяться, что это все-таки случится. На это также намекает и добавление огромного количества игрового контента в игру в следующем бета-тесте. И да, как вы понимаете, по скринам можно прекрасно понять, что нас ждет в будущем огромное количество эпических, а также легендарных скинов на нашей любимые пушки. И меня это, если честно, очень радует, так как даже перед глобальным релизом мобильного Apex нас ждет уже огромное количество игрового контента. Но помимо этого, как и в любой другой закрытой бета-версии игры, разработчики повторно пригласили некоторых тестеров в частную версию. В новой версии были изменены бонусы ввода новых игроков, а также название Apex Coin было изменено на Flux. И поверьте мне, это малая часть контента, которая в будущем появится в Apex Legends Mobile. Я на 100% уверен, что софт запуску игры появится новые игровые режимы, а также карты, которые мы наблюдали в старшей версии Apex. Так что я обязательно к старту следующего закрытого бета-теста игры выпущу гайд, где расскажу, как же попасть в него и поиграть в мобильный Apex. Ну а мне лично сегодня будет очень интересно узнать в комментариях, что в будущем будет популярнее, Apex Legends Mobile или PUBG New State. Обязательно поделитесь своим мнением с другими зрителями этого видеоролика. Но на этом, к сожалению, у меня все. Сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по Apex Legends Mobile, но и по другим мобильным играм. До скорого!